И первым ножом у нас будет обалденный керамбитовый нож. Поставляется вместе с качественными ножнами, которые можно закрепить на ремень и удобно изымать нож. Сделан наш крутой нож из качественной нержавеющей стали с твердостью тела 58 по шкале Роквелла. Лезвие выполнено в форме волчьего клыка с двумя острыми краями. Общая длина составляет 180 мм, а длина клинка 90 мм. Керамбит уже из упаковки идет очень острый. На видео видно, как нож с легкостью режет бумагу. А благодаря удобной ручке нож не будет скользить у вас в руке. А за кольцо на конце рукоятки нож можно пристегнуть на карабин и не потерять в походе. Нож с пяткой предназначен для снятия оболочек с кабелей большого диаметра и удаления изоляции с многослойных кабелей. Данный нож можно применять для работ под напряжением. Серповидные лезвия из высоколегированной стали с пяткой, препятствующей повреждению токоведущей жилы. Ручка удобной формы из пластика с мягкими вставками для уверенного надежного хвата. Защитный чехол для лезвия. Обалденный кухонный нож из дамасской стали, в котором красиво подчеркивается японское происхождение с очень красивой гравировкой. Сам нож выполнен из дамасской стали. Длину нож имеет 242 мм, длина лезвия 127 мм, вес 127 грамм. В руке лежит очень приятно и удобно. Очень красивый и нарядный нож. С ним вы можете удобно и быстро нарезать любые продукты и все, что вам нужно. Для этого вполне хватит заводской заточки. Если вам нравится орудовать на кухне острыми ножами и при этом вы испытываете искреннюю симпатию к ножам с примесью японских черт, то такой инструмент подойдет идеально для вашей кухни. Нержавеющий нож для декоративной волнистой нарезки картофеля, сыра, моркови, свеклы и других овощей и фруктов. Этот нож будет полезен любителям жареной картошки и картошки фри. При нарезке картофеля ломтики имеют волнистую форму, за счет чего красиво и вкусно обжариваются. Изготовлен нож из первоклассной нержавеющей стали и прочной пластмассы. Также его можно мыть в посудомоечной машине, что очень удобно. Красивый нож Танта с фиксированным лезвием. Может применяться как боевой нож и во всех случаях жизни. Кстати, нож идеально подходит под законодательство России. Он не является холодным оружием из-за небольшого прогиба, который по размеру не относит нож к холодным. Ручка изготовлена из качественного материала кратана. Лезвие изготовлено из качественной нержавеющей стали. Можно также нож использовать как топор или как лом, в общем, как захотите. Чтобы сломать такой клинок, нужно очень постараться. Но если вы захотите им порезать хлеб или какие-то продукты, то советую резать другим ножом. Набор кухонных керамических ножей. О керамических кухонных ножах сейчас, наверное, слышали уже многие и знают об их достоинствах. Они не ржавеют, гигиеничны, не вступают в реакцию с нарезаемыми продуктами и не впитывают запах нарезаемых продуктов. Держат заточку годами. Ни один стальной нож не способен на подобные. Ножи красивы, всегда обращают на себя внимание. Если вы хотите нарезать мясное или рыбное филе, овощи, фрукты или хлеб, то лучше всего с этим справится именно керамический нож. Кстати, только керамические ножи режут хлеб практически без крошек. Купите вот такой набор, и готовить блюдо вам будет намного легче и веселей. Механическая точилка для ножей гарантирует качественную двухуровневую обработку ножей под углом 20 градусов. Станок поможет аккуратно выправить лезвие. Подходит для ножей из твердых материалов, особенно для рыбалки и охоты, поскольку заточенные элементы содержат карбид. На первом этапе заточки формируется первый основной угол заточки, а на второй стадии алмазные частицы окончательно формируют рабочие микрозубцы. Абразивные диски станка подходят как для обычных, так и для сериетированных ножей. Из соображений надежности и безопасности модель оснащена резиновыми ножками и эргономичной ручкой. Монета со скрытым ножом. Довольно прикольная и полезная штука. Можно брать в поход, на рыбалку, да и в повседневной жизни, думаю, тоже пригодится. Им можно и порезать что-то, и подковырнуть. И главное, что он не занимает много места и его удобно держать в руке. Нож можно носить и как брелок, и как талисман на шее. В общем, практичная вещь, и перед друзьями будет чем пощеголять. Следующий нож уж точно будет обращать на себя внимание окружающих. Такой клинок – дизайнерская вещь, и больше для того, чтобы окружающие посмотрели и сказали сначала «вау», а потом удивились, для чего он. Про то, как этой вещью будет пользоваться владелец, вопрос вообще никого не интересует. Нож и красивый, и практичный. Сделан из цельного куска углеродистой стали, имеет длину 22 сантиметра, и в комплекте идут ножны. Кому бы не был подарен нож, владелец будет всегда в восторге. Ножницы для нарезания пиццы.
оснащены специальной лопаточкой, которая позволяет нарезать пиццу и сразу переносить идеально ровные и аккуратные кусочки куда угодно. Теперь вам не понадобятся разнообразные приспособления, чтобы аккуратно переложить пиццу из общей тарелки в свою. Ножницы для пиццы со встроенной лопаткой делают все сразу. Если учесть, что толщина теста настоящей пиццы очень тонкая, около 30 мм, резать такое блюдо обычным ножом, мягко говоря, неудобно и легко можно испортить неординарный внешний вид блюда. А такие ножницы будут идеальны. Необычный складной нож – это новинка среди ножей, которая отличается по дизайну и по нетипичному внешнему виду. Общая длина ножа составляет 220 мм, длина клинка – 97 мм. Рукоять сделана из титана. Лезвие ножа сделано из порошковой стали D2. Основными плюсами, которые дал этой стали порошковый передел, являются повышенная прочность, вязкость и износостойкость при улучшенной шлифуемости по сравнению со сталью, полученной по традиционной технологии. Нож не только красив и практичен, но и крепок и долго вам прослужит в любых ситуациях. А этот классный нож отличается необычным механизмом открывания ножа, в котором задействована вся рукоять. Очень оригинальный и необычный нож. Полная длина 20 с небольшим сантиметров. Ручка и само лезвие сделаны из нержавеющей стали 440S. Без проблем режет как разные овощи и мясо, так и сухие ветки или какие-то не очень твердые предметы. Нож компактен, можно повесить на клипсу или положить в машину и использовать в любых нужных ситуациях. Подарочный нож из дамасской стали и рукоятью из красивого рога. На лезвии виден сложный и оригинальный рисунок дамаска. Он получается путем сваривания двух паковок с разным рисунком. Сварочная дамасская сталь делается путем комбинирования различных заготовок, которые в свою очередь имеют разный уровень углерода в своем составе. Благодаря этому кузнецам еще в древности удавалось сделать сталь податливой, как глина, и получать именно тот нож, который был необходим. Полная длина ножа 200 мм, клинка 98 мм. Ручка сделана из рога и очень красиво и качественно обработана. Идеальный подарок для друзей или начальства. Кухонный нож-топорик шеф-повара. Профессиональные повара знают, что ножи для мяса пригодятся в том случае, если нужно разделывать замороженное мясо или разрубать мясо с костями. Именно поэтому ножи для разделки мяса прочные и изготовлены из качественной стали. У этого ножа тяжелая рукоять и широкое лезвие длиной 176 мм. Благодаря центрированному кончику этим ножом можно делать все что угодно, начиная от разделывания очень больших кусков мяса и суставов и заканчивая нарезкой зелени. Такой нож вам точно пригодится на кухне. Новинка от китайских ножеделов – копия ножа «Мамба». Клинок из стали, который обладает большой твердостью, прекрасными режущими свойствами и высокой коррозийной стойкостью. Массивная рукоять со стальными лайнерами и накладками из G10 с характерной выемкой под указательный палец, осевой подшипник, съемная однопозиционная клипса для глубокого ношения в кармане. «Мамба» – это красивый и качественно собранный нож, который радует превосходной механикой. Отверстие под темляк есть аж 6 в один ряд, фирменная фишка дизайнера, плюс дополнительные приспособления в торце рукояти.